Вот, и мы начинаем. Начинаем презентацию нашего онлайн-проекта «Бизнес и красота». Позвольте мне представиться, меня зовут Сережникова Екатерина. Я золотым директором, квалификация старшего золотого, работаем с командой онлайн и офлайн. И сегодня расскажем о наших преимуществах нашего проекта, как можно зарабатывать, как можно расти и каких финансовых успехов достигать. И напишите, пожалуйста, в чате, кто первый раз на моей презентации. Напишите циферку 1. А кто еще совсем не зарегистрирован, то есть гости, наши гости, которые еще не консультантами, которые еще не являются членами нашей команды, поставьте циферку 2, чтобы я понимала, что вы еще не являетесь консультантами. Есть кто еще не является консультантами? Или все консультанты, но новички есть. Угу. То есть все, в принципе, зарегистрированы. Я так понимаю? Сармсормо, вы уже зарегистрированы? Сармсормо. Вот вас, я так понимаю, выбивает, да, иногда? Выбивает. Но если что, перезаходите. Комната, в принципе, пускает хорошо. Отлично. Так, ну ладно. Казахстан, добро пожаловать. Отлично. То есть уже тоже являются консультантами. Ну, супер. Итак, новички и не новички, начнем. Давайте поговорим сегодня, это я уже представилась. Как же можно сейчас, используя интернет-технологии, да, как же можно, сидя с дома, так с маленькими детишками, независимо от того, в какой стране, да, вы живете, в каком городе вы живете, вот если у вас есть интернет и компьютер, можно сейчас реально очень хорошо зарабатывать. Вот, потому что на самом деле я в нашу компанию пришла уже, ну, не первый год здесь работаю. Вот вы работали классическими методами, да, работать с людьми в офисе, знакомые, незнакомые, листовки, промостойки. Но когда родились дети и уже не можешь столько времени уделять бизнесу, пришла идея, что можно использовать для этого интернет. И сейчас очень хорошо интернет-проект развивается за счет того, что очень много мамочек в декрете, которые хотят зарабатывать деньги, такие же, как мы. И мы им предлагаем эту возможность. Поэтому вот моя семья. Вот, я в Oriflame уже более 10 лет. И уже сменила не одну машину здесь, уже много стран мира объездила, на банкетах была, чеки получала. Да? То есть для меня это моя жизнь. Да? Это моя жизнь. Сейчас как бы очень сложно понять, где моя работа, где моя личная жизнь, да? Потому что я вот работаю, сидя дома. Вот. В любой момент я могу включить компьютер, отключить компьютер, да? И заниматься семьей. Так что Oriflame – это моя жизнь, и вы можете также путешествовать с компанией Oriflame, покупать себе машины, зарабатывать деньги, но нужно понимать, что мы вас приглашаем не на продажи, не продавать по каталогам, а нужно понять суть этого бизнеса, что я сейчас попытаюсь до вас донести, и делать с первых же дней правильные и нужные действия. Вот. Для этого нужно понимать, да, что нужно делать. Напишите, пожалуйста, сейчас в чате, чем вы занимаетесь. Вот сейчас по жизни. И либо вы мама в декрете, да, либо вы где-то работаете, у вас есть несколько часов дополнительно, или вы на пенсии, или студентка, может быть, еще. Может быть, вы посменно работаете. Напишите, пожалуйста, в чате, да, чтобы я понимала, кем вы работаете, кто вы. Мама в декрете, супер. Сколько деток у вас? Я сама мама в декрете, через месяц я выхожу из декрета, у меня второму ребенку 3 годика будет 28 февраля, вот. Поэтому вокруг нас и концентрируется также очень много мамочек в декрете. Угу. Так, Горбунова Марина в декрете, поваром на базе отдыха, отлично. Цифра 2, а двое детей, супер, у меня мальчик и девочка. Вот, отлично. Кто еще чем занимается? Давайте познакомимся. Пишите пока, менеджер. Ага, супер. В мебельной фирме. Потому что на самом деле, вот в чем уникальность нашего бизнес-проекта, то, что мы предлагаем иметь дополнительный доход, но если вы работаете и доход здесь равен или даже больше вашего основного дохода, то дополнительный доход
здесь становится основным доходом. И люди начинают, наши компании, работать только здесь. Потому что прямо на дому, в свободное время, если вы учитесь, да, после занятий, если вы работаете, то после работы, параллельно с тем, что у вас спит ребеночек, да, вы можете в сети делать нужные вещи. Вот, то есть любое свободное время, если правильно уделять этому бизнесу, то вы преуспеете, достигнете успеха, вот, мамы двоих детей. И у нас возможности для всех и для каждого. Почему для всех и для каждого? Да потому что здесь, мало того, вы делаете этот бизнес, начинаете в свободное время, вот, здесь нет финансовых вложений. Согласитесь, это немаловажный фактор. Немаловажный фактор для людей, кто хочет выбраться из нищеты, кто хочет встать с колен, кто хочет поднять своих деток, у кого есть мечты, у кого есть желания, кто хочет путешествовать, кто хочет жить не в съемной квартире, а в своей квартире. Вот. А нет денег для начала собственного бизнеса. Для людей, кто хочет работать на себя, а не на дядю, а нет финансового запаса, так скажем, чтобы купить франшизу, открыть бизнес. Вот есть такие в нашем чате сегодня у нас в гостях на вебинаре, либо среди ваших знакомых. Вот есть такие люди, которые хотят свой бизнес иметь, которые хотят на себя работать, но для этого нет денег, для того, чтобы раскрутить сегодняшним курсом доллара, да, свой бизнес. Наверняка такие есть. И вот наш бизнес, он уникален тем, что ты с нуля, без капитала вложений, без финансовых вложений, ты можешь раскрутить такой бизнес, который будет кормить тебя, всю твою семью, детей, вот, и внуков при этом, потому что бизнес передается по наследству детям. Отлично, супер, ребят, спасибо за вашу активность сегодня. Катя Гермышева меньше, чем за год, имеет собственный бизнес, открыла ИП, через 2 недели получит первое перечисление на расчетный счет в банк. Да? Сейчас я вам покажу, как мы эти деньги получаем. Вот. Аня Гаврилова, да? Человек, который за 3 каталога, за 3 месяца имеет уже свой бизнес, потому что есть уже ключевая команда лидеров, которая растет. И в этом году точно откроет ИП и будет получать, да, на расчетный счет в банк деньги. Вот. Потому что когда мы открываем ИП, да, у нас идет стаж, идет отчисление в ПФР, мы получаем 17 зарплат в год на расчетный счет в банк. Мы получаем премии, и много девчонок здесь в чате уже получают премии. Доход белый, доход всяких Яндекс.Кошельков, да, WebMoney и так далее, то есть официально только чистая белая зарплата. И вы это поймете, насколько важно, когда у вас будет налоговая декларация, что вы платите налоги, что у вас есть чистый, открытый белый доход, на который вы можете взять ипотеку, вы можете взять кредит какой-то, да, там на машину и так далее, на ремонт, там, на покупку чего-то. То есть конверты не котируются в банке, да, в банке нужны документы. Так вот, наши документы, то, что у нас чистый белый доход, у нас есть подтверждение этому. Затем, это очень легальный прозрачный бизнес. Вся бухгалтерия, да, честная, прозрачная, он официально зарегистрирован на территории Российской Федерации и еще в 62 странах мира. Вот. И когда вы достигаете, очень хорошая логистика, да, то есть доставка в каждую точку России. То есть у нас очень хорошо развита сеть доставок от склада до конечного потребителя. В нашем интернет-магазине очень удобно по всей России и плюс еще ближайшее зарубежье. 42 страны мира компания охватывает. Везде мы можем строить свой международный бизнес и не заморачиваться, как люди с интернет-магазина будут брать эту продукцию, потому что доставка, она отлажена. И это очень важно, да, сейчас у нас есть представители Астрахани, представители из каких городов? Напишите, пожалуйста, сегодня, из каких регионов, городов, поселков присутствуют у нас гости. У нас есть Казахстан сегодня, да, то есть наш проект, он международный, и вы, как собственники своего бизнеса,
вы не должны, так скажем, организовывать систему доставок. И это очень важно. Это экономит очень много времени, это экономит очень много денег, потому что все это берет компания на себя. И это тоже очень важно. Доставки в любую точку страны и мира. Угу. Алтай, супер. Алтай, обалдеть. Сколько уже у вас сейчас время там? Икриана, отлично, ребят. Вот, то есть наша задача только организовывать товарооборот, а компания всю доставку берет на себя. Вот, сейчас бизнес перешел в интернет. Очень много людей на самом деле делают покупки в интернете. Напишите, пожалуйста, кто хотя бы раз в жизни что-то в интернете покупал. Неважно что. Книжки, одежду, косметику, что? Покупали бы что-то. Сейчас очень развито вот это вот китайские, да, сайты доставок. Покупали. То есть вы с этим знакомы. Плюс 3, отлично, 6 часов вечера, да, у вас сейчас. Кто делал хоть какие-нибудь покупки через, не покупки через интернет, а оплату через интернет, да, то есть связной, затем вот эти все закоммунальные, да, платежи, например, затем, что, за детские садики, да, мы в прошлый раз говорили, очень много покупок и оплат мы делаем через интернет. И сейчас интернет стал неотъемлемой частью бизнеса. Там сидит очень много людей, пользуются этим, и поэтому... А благодаря этим ресурсам нужно зарабатывать деньги. И для своего бизнеса обязательно использовать. Потому что есть сейчас такая фраза, что если вашего бизнеса нет в интернете, у вас нет бизнеса. Вот, поэтому это нужно обязательно новейшие все технологии использовать. Бизнес сейчас, он стал больше бизнесом не продаж, а бизнесом потребителей. То есть люди мылись, моются и будут мыться, правильно? Если процесс невозможно остановить, его надо организовать. Люди везде... пользуются продукцией. Кто-то идет в магазин покупать косметику в Ригош, в Литуаль, да, в розничную торговлю. Наша задача организовать так, чтобы люди при слове Арифлейм, да, понимали, что ну, при слове косметика, понимали, что надо зайти в интернет-магазин Арифлейм и купить то, что им нужно. Вот это наша основная работа. Сейчас об этом чуть подробнее расскажу. Вот. И строя бизнес в нашей компании, вы будете расти по карьерной лестнице, участвовать в банкетах директоров, путешествовать в экзотических странах, да, потому что в Арифлейм есть не только деньги, но есть еще такое понятие, как признание, моральная составляющая. И очень многие люди приходят в Арифлейм за деньгами в наш бизнес, а остаются из-за того, что им нравится, как мы здесь признают, банкеты директоров, путешествовать по всему миру, хочется этот мир показать детям. Так что мотивация у каждого своя. Итак, я начала говорить, расскажу поподробнее, как оформляется у нас доход и начисляются денежки. Мы, каждый из вас, может открыть индивидуальное предпринимательство хоть с первого дня сотрудничества с компанией Арифлейм. И все деньги, которые вы заработали, будут перечисляться на расчетный счет в банк. Но мы рекомендуем открывать индивидуальное предпринимательство на уровне, когда у вас есть уже доход хотя бы... ну, там, 10-15 тысяч, когда вы имеете от структуры, от дохода, доход от структуры, от товарооборота, открывать ИП. Вот, когда вам денежки, тогда вам денежки будут перечислять на расчетный счет в банк. Потому что, когда вы ИП, есть определенные в ПФР отчисления, чтобы это было, скажем, выгодно. И вид деятельности, вы видите, у нас информационные услуги и консультируем по вопросам коммерческой деятельности и управления. То есть мы занимаемся не продажами, а организация, мы работаем с людьми, даем информацию. Когда вы открываете, ну, он либо такой, либо вот как я вам показала. В принципе, не важно, но самое главное, что это консультирование, что это информационный бизнес. Как у тебя правильно называется, Катюш, вид деятельности? Анжелочка, не могу говорить на вебинар. И когда вы открыли ИП, раз в 3 недели вам на электронную почту приходит вот такая вот бухгалтерская справочка, и в этот же день денежки поступают на расчетный счет в банк. Для тех, кто не верит, вот они справки, как деньги наших партнеров перечисляются в банк. Реальные, в рублях, либо в гривнах, либо в тенге, да, в той стране, в которой вы работаете.
деньги реально перечисляются в банк. Да? То есть это не какие-то мифические деньги, непонятно за что. Это ощутимое вот то, что можно потрогать, потратить на свою семью. Но пока вы не открыли ИП, вы получаете деньги, вы же не работаете бесплатно, и они у вас копятся на вашем номере. Вот этот номер, когда вы зарегистрировались или зарегистрируетесь сегодня, он очень важен. Видите, у каждого консультанта есть свой пароль и номер для входа в личный кабинет на официальном сайте компании. И он таки является вашей основной собственностью, которую вы потом передаете по наследству. На этот номер вам начисляются деньги. Вот вы видите накопление, да, нашей команды, доходы, которые работают кто-то месяц, кто-то два, кто-то полгода, кто-то год. Они копятся на счету денежки, как я уже говорила, и потом после открытия ИП перечисляются на расчетный счет в банк. Вопросы есть по этому? Все понимают, как перечисляются деньги? Идем дальше. Видите, что здесь есть реальные деньги, что люди зарабатывают. И вы тоже будете зарабатывать, если будете делать правильные действия. А три способа у нас есть зарабатывать. Это экономить деньги, продавать продукцию, строить бизнес. И вот я здесь фиолетовым, так скажем, отметила, что мы вас приглашаем, конечно же, строить бизнес, создавая команду. Почему? Почему это так выгодно? Да, конечно, очень приятно экономить деньги. Ой, Лилия, как жалко. Но я запись веду, если вам будет интересно, тогда в записи посмотрите, хорошо? Вебинар. Смотрите. Напишите, пожалуйста, цифру 5, кто вот этими продуктами пользуется для своей семьи. Не конкретно этими, а мыло, мочалки, шампуни покупаете. В Oriflame, в магазине, у других компаний, в других интернет-магазинах. Согласитесь, вот вы и люди вокруг вас, они этой продукцией пользуются. То есть это продукт, который заканчивается, который недорого стоит, а в нашем интернет-магазине это стоит еще дешевле, да, потому что... А почему выгодно людям в интернет-магазинах покупать? Потому что нету сети посредников между производителем и магазином. Мелких оптовиков, крупных, мелких оптовиков, все вот эти, да, доставки здесь нет. Поэтому, покупая напрямую в интернет-магазине, получается дешевле. Вот. И если... люди покупают в нашем интернет-магазине, они при этом экономят 20% скидки на любой заказ. То есть смотрите, что происходит. Люди что делают? Первое, они меняют привычку. Они меняют привычку покупать в магазине за углом, в магазине в Репгош, Литуаль, Реаль, там в каких-то розничных, да, магазинах, на привычку покупать в своем интернет-магазине компании Oriflame, и на этом экономят 20%. Согласитесь, это выгодно. Мы как-то подсчитывали, что если семья является, вот как моя, например, 100% потребителем продукции, то в год она экономит в районе 20 тысяч рублей. В районе 20 тысяч рублей, ребят, ну можно за эти деньги какую-то технику домой купить, но они на, так скажем, на дороге эти деньги не валяются, согласитесь? То есть всегда экономить это выгодно. То есть первое, люди, меняя привычку, начинают здесь создавать товарооборот. Затем 20 до 32% люди здесь экономят, зарабатывают, если своему окружению показывают каталоги. Вот смотрите, это всего лишь дополнительный доход в нашей компании, но почему-то многие принимают его за основной. Поэтому не достигаю здесь директорских уровней, не достигаю здесь роста по карьерной лестнице, потому что фокусировать свое внимание вот на этом дополнительном доходе. Вот. Но на самом деле это не основной доход. Это хороший дополнительный доход, который можно ежедневно получать. Вот. Но мы хотим зарабатывать больше. Да? Мы хотим, чтобы мечты наши осуществлялись, да? Чтобы квартиры покупать, машины, детей учить в хороших вузах. На это нужны большие деньги. Поэтому сейчас я вам расскажу, да, в чем смысл нашего бизнеса, как вы эти деньги можете здесь зарабатывать. Что для этого нужно делать, откуда берутся деньги, кто помогает, и что вы получите в результате. Смысл нашего бизнеса – это в том, чтобы создать большую организацию потребителей. Мы уже
с вами договорились, да, и поняли, что мыло-мочалки, шампуни люди покупают. Вот если они поменяют привычку, будут покупать здесь в интернет-магазине, вот это создает товарооборот. И вот чем таких людей будет больше в вашем интернет-магазине, да, в вашей команде, тем больше будет ваш товарооборот. И от приглашения людей, от спонсирования, доходы растут намного быстрее, нежели прибыль от продаж. Потому что прибыль от продаж, она ограничена, она, ее нельзя назвать бизнесом. Это работа, когда как потопаешь, так и полопаешь. Да? Пока работаешь, раздаешь каталоги, продаешь, есть деньги, не продаешь, нет денег. А от спонсирования, от приглашения людей, это бизнес, который даст вам пассивный доход и будет геометрической прогрессии увеличиваться. Поэтому мы работаем командой, мы делаем фокус на рекрутировании, мы делаем фокус на приглашении людей, потому что очень много вокруг нас людей, которым нужны деньги. Согласитесь, вокруг нас есть такие люди. Зайдите в Google, да, то есть погуглите, так скажем, кто в вашем городе ищет работу, кто оставляет резюме. Сейчас идет массовое увольнение, люди ищут дополнительный доход. Люди ищут основную работу, поэтому нам всегда есть кого пригласить, всегда есть. Чем больше вы создадите свою команду, чем больше люди будут экономить свой бюджет семейный на покупке просто ежедневных необходимых продуктов, и чем больше они людей будут в свои команды приглашать, тем больше будет ваш доход. Вот поменять магазин, да, с розничной торговли на интернет-магазин очень легко. Просто нужно рассказать людям преимущества, да, интернет-магазин, что, ну, многие люди знают, что это дешевле. Вот. И если люди еще поймут, что на этом они будут зарабатывать, не денежки дяде в магазин относить, а еще организовывать товарооборот в своем магазине интернет и от этого получать доход, вот, то люди будут сами здесь покупать, правильно? Людям невыгодно будет пойти мыло купить в другом магазине, если они будут понимать, что покупая мыло и гель для душа в своем интернет-магазине, они с этого будут еще и доход иметь от товарооборота. То есть моетесь в ванной гелем для душа, шампунем, от этого получаете доход. Очень здорово. Вот, и чем таких людей будет больше в вашей команде, которые будут пользоваться интернет-услугами своего магазина, тем выше будет ваш товарооборот. И вам не надо будет продавать, вам надо будет просто мыться и направлять в интернет-магазин людей также мыться, покупать нашу продукцию. Вот смотрите, пример моего последнего заказа. Смотрите, по каким ценам я покупаю продукцию. Скажите, пожалуйста, вот можно в магазине в розничном купить гель для душа за 41 рубль? Шведский продукт, качественный продукт, натуральный продукт за 41 рубль. Как вы думаете? Вы видели, да, цены в магазинах? Можно таким ценам за 27 рублей купить тушь натуральную на основе карнаупского кагалинского восков, зубную пасту, которая одобрена шведскими стоматологами, ассоциацией стоматологов. Но я думаю, вряд ли, да, за такие деньги там можно что-то путевое купить в розничной. Натуральное, вот, на которое аллергии не будет и так далее. Вот, поэтому очень выгодно здесь покупать. Вот надо людям это показывать, ничего не доказывая, просто показывать, а люди пусть сами делают выбор. И на этом они еще будут зарабатывать деньги. Что же здесь нужно нам всем делать? И тем людям, которые к вам приходят в команду. Первое, нужно посещать обучение онлайн. Дело в том, что, ну, на самом деле этому бизнесу нужно учиться, потому что сейчас вообще эра профессионалов. Чем более профессиональнее ты можешь подать эту информацию сам, понимая суть бизнеса, вот, и людей обучая эту. Наша задача – научить людей делать то же самое, что умеешь делать сам. А согласитесь, для того, чтобы чему-то научиться, научить других людей, нужно самим научиться это делать. Поэтому чем больше вы будете посещать людей, понимая суть этого бизнеса, вникая в азы, так скажем, организаторской работы, азы рекрутирования, азы сопровождения, тем больше вы сможете своих людей научить. Поэтому вначале это делаем мы. Мы обучаем ваших людей, вы приглашаете на вебинар, обеспечиваете поток людей. Вот мы обучаем. И люди обучают, наш менеджерский состав с
с уровня менеджера, менеджеры, директора, которые уже прошли этот путь, вот, которые практики, они просто теоретики, да, люди практики, те, которые в этом бизнесе работают, мы делимся то, что у нас получается, что сейчас работает в сети, вот. И если вы это будете делать, то вы тоже достигнете результата. Приглашать людей, вот это основа, да, приглашение людей, рекрутирование, обеспечение потока людей на презентации, такие, как мы сегодня проводим. Где брать людей? На самом деле люди везде. И где брать людей, как их правильно приглашать, также мы на обучение рассказываем. Но сейчас мы используем три основных источника. Это наши знакомые. Вот, знакомые, которые тоже моются и которые не знают преимущества нашей компании. Вот, которые не знают преимуществ нашего интернет-бизнеса, приглашаете знакомых знакомых. Да, посмотрите, сколько у вас в социальных сетях людей знакомых. Возьмите телефон, позвоните. Социальные сети. Ваши знакомые там сидят. 99% людей сидят в социальных сетях. Мы используем этот источник людей. И доски и объявления. Там, где люди целенаправленно ищут работу, мы им делаем наше предложение. Вот. И делаем этого много. Наша задача рассказать людям, дать информацию и пригласить на нашу встречу. И люди, делая выбор в пользу экономии, да, затем люди понимают, как этот бизнес работает, и начинают вникать в этот бизнес, ваша команда увеличивается. Поменять привычку, да, третье П – это поменять привычку покупать продукцию, да, покупать продукцию для себя в этом интернет-магазине. Почему это выгодно, я уже рассказала. Вот поэтому вы должны первые, во-первых, сами, да, стать 100% потребителем этого продукта и менять свои привычки. Но я думаю, что кто здесь сегодня, то многие уже, да, что-то пользуются, кто-то уже является 100% потребителем. Так что это самое приятное, да, легкое и простое. Пожелания вы можете показывать каталог. То есть, если, так скажем, есть вокруг вас люди, которые не хотят сами регистрироваться и напрямую покупать в интернет-магазине, они сами, они автоматически могут стать вашими клиентами. То есть не хочешь регистрироваться, вот тебе каталог, заказывай у меня. Люди, родственники, знакомые, друзья заказывают у вас, это ваши личные объемы, с которых вы также 32% зарабатываете прибыли. И очень важно планировать. Для того, чтобы что-то получилось, нужно четко понимать, что нужно фокусироваться на нужные действия. Если вы в течение дня будете пытаться успеть все, да, вот, не меняя свои привычки, то в этом бизнесе не преуспеете. Нужно четко планировать, что вы делаете не только по бизнесу, да, но и по жизни. Какие сегодня вы дела делаете? Сколько вы сегодня время рекрутированию уделяете? Какое сегодня направление рекрутирования вы берете? Да, то есть доски объявлений, социальные сети. Не распыляться, четко, конкретно по плану, чтобы день прошел не впустую. Даже когда ты день не прописываешь, у тебя просто хаос в голове и ничего не успеваешь. Как только ты прописываешь, что в это время я сегодня рекрутирую, это время я сегодня даю вебинар, либо слушаю вебинар, это время я сегодня там, готовлю, иду за ребенком в садик, гуляю с ребенком, кормлю ребенка, да, это время, допустим, я опять уделяю рекрутирование. Тогда у вас будет четко все в голове, все будете успевать. Откуда же берутся здесь деньги? Да? Ведь регистрация в нашу компанию, она бесплатна, у нас не финансовая пирамида. Очень многие официально сетевой бизнес путают с финансовыми пирамидами. На самом деле очень большая разница, так как первое, самое основное, да, основная самая разница в том, что у нас нет вступительного взноса. Так как регистрация бесплатна при условии заказа для себя любимой на 1000 рублей. Даже если вы купили одно мыло, не сделали заказ на 1000 рублей, регистрация максимально будет стоить 149 рублей. 149 рублей. То есть люди, которые приходят, в принципе, ничего не платят даже за регистрацию. За эти 149 рублей приходит целый пакет документации, каталоги, лифлеты для работы. То есть они окупаются, эти 149 рублей. Вот, то есть, в принципе, взноса вступительного нет. Откуда же тогда деньги? О финансовых пирамидах. Там очень большой вступительный взнос, минимум 10-15 тысяч и до 50-60 тысяч, да, достигают взноса.
что включиться в компанию в эту. И деньги перераспределяются на многие уровни, и у них оттуда деньги. У нас деньги от покупок большого количества людей, от товарооборота созданного. То есть за то, что к вам придет 1000 человек и не купит ни одного мыла, за это компания не заплатит, к сожалению. Потому что нам платят не за перепись населения, нам платят за созданный товарооборот. Поэтому задача, чтобы люди присоединялись и меняли привычку, покупали в нашем интернет-магазине. Люди покупают продукцию, вот, и вам с этого товарооборота платят процент. И, соответственно, здесь потолка нет. Потому что чем больше вы поработали на досках объявлений, в социальных сетях со своими знакомыми, чем больше вы создали поток людей на презентацию, чем больше вы команду создали, тем, соответственно, у вас и больше команда, которая покупает и создает товарооборот. И делает то же самое. И все инструкции, да, шаблоны мы представляем. Потому что есть готовая система работы, которая работает, которая проверена. Вот. Нужно просто делать этого много. И вот план успеха, карьерная лестница от уровня 3% до 22%. То есть вот таким образом у нас распределяется объемная скидка в зависимости от того товарооборота, который делает ваша команда. От 150 баллов до 7500 баллов. Балл бонуса – это внутренняя валюта фирмы, которая оценивает товарооборот. Дело в том, что компания у нас в 60 странах мира, в 42 странах вы можете приглашать людей, да, строя международный бизнес, используя интернет-технологии. И везде разная валюта. И вот чтобы оценивать работу каждого консультанта команды в разных странах одинаково, да, от одинакового товарооборота, придумали внутреннюю валюту фирмы, которая пересчитывается в валюту страны. У нас это пересчитывается в рубли. И с этого рублевого уже эквивалента товарооборота вам выплачивают каждые 3 недели процент от созданного товарооборота. Кто в бизнесе вам будет помогать? Ну, на самом деле, у нас командный бизнес, и в одиночку этот бизнес не построишь. Обязательно, обязательно только работаем командой. Вот. И помогает нам в развитии команды, в развитии нашего бизнеса компания Oriflame, наша компания-партнер. Вот именно поэтому мы эту компанию и выбрали, потому что это очень надежный партнер. Компании, которые уже в следующем году будут 50 стран, вот, извините, 50 лет на мировом рынке, 62 страны мира. У компании шикарный международный сайт, в который она инвестирует деньги. Мы не платим за это деньги. Компания, которая обеспечивает нас, наш бизнес полностью, доставкой, хранением, продажей, логистикой всей занимается компания. Вот если кто-то занимался, то не занимался здесь присутствующим традиционным бизнесом. Вы знаете, да, сколько времени, сил и денег уходит на как раз-таки всю эту логистику, на доставку, заказ, оплата, вложение денег. Здесь все это делает компания. Вот. Очень надежный бизнес-партнер. Всю бухгалтерскую, всю бухгалтерию компания берет на себя. Нам не нужно отдельного бухгалтера нанимать. То есть опять мы экономим деньги и время. Компания гарантирует 100% гарантию качества. Почему? Потому что компания имеет свой институт исследования кожи. Компания имеет свой научно-технический центр в Дублине. Я была в Стокгольме на заводе, я была в Стокгольме, в Швеции, в институте исследования кожи. Я видела, как это все производится. Я с конвейера брала эту свеженькую продукцию, произведенную там, в Швеции. Даже домой в Астрахань привезла себе продукцию, прям с конвейера. Понимаете, компания сама на всех этапах контролирует качество продукта, начиная от разработки формулы. На своих 5 заводах компания производит эту продукцию и через своих консультантов, через свои интернет-магазины реализует, понимаете? Поэтому 100% гарантия качества, да, мы вместе были. Вот, 100% гарантия качества, и это я вам могу ответить прям вот напрямую, потому что если вдруг
Вы получаете заказ, да, открываете коробку, а там брак. Бывает так, вы знаете, 3% брака, все может быть. Открываете тушь, а там кисточки нету. Ну, производственный брак. Компания все возвращает. Она меняет на небракованный продукт. Она деньги вам возвращает, да, то есть в этом вообще проблем никакой нет. То есть не бойтесь, что вы заплатите деньги, и не будут эти вопросы решаться. Вот. И наша продукция, что очень важно, на 70% состоит из натуральных ингредиентов. И это очень важно. У нас гипоаллергенная продукция. Кто пользовался, да, могут подтвердить, что продукция высочайшего класса. И также компания предлагает нам огромное количество таких стимулирующих акций, подарков, бонусов, поездок. Ребят, ну очень многие приходят за подарками. Да? У нас для новичков отличная стартовая программа, когда вы 4 каталога подряд, делая по 100 баллов, вы получаете обалденные подарки, выгода в 13 тысяч рублей, просто шикарные подарки. Постоянные акции, вот сейчас идут акции для лидеров, да? Накопи групповые баллы, получай финансовые бонусы. Акция для любого консультанта, приглашая людей, помогаем. Да, делать заказы, объясняй, обучай, будешь получать спонсорские баллы, менять их на подарки. Вот, то есть очень-очень-очень много компаний инвестирует денег в дополнительные вот эти вот программы, поездки. Ребят, ну, начиная от поездок в Москву на банкеты директоров, на мега-мероприятия и форумы, заканчивая загранпоездками, это менеджерские конференции, куда вы, каждый из вас может поехать туда уже в этом году, сейчас расскажу, золотые конференции за границу, бриллиантовые конференции за границу. Чем выше растете, тем больше вы получаете преимуществ. И за это, и это все организует и оплачивает, опять-таки, компания, наш партнер. 10 лет, более 10 лет работаю, и хочу сказать, что компания не обманывает. Компания надежно все выполняет, все свои обязательства. Вот. И, ну, вы чат читаете, да, переписываетесь, а я продолжу. Вот на самом деле экологичный завод просто, да, там 5 минут езды от, 15 минут, да, езды от резиденции королевы. Это очень круто. Вот ни одной выхлопной трубы, ничего нет. Спонсор. Вы работаете в одной команде со спонсором. Дело в том, что мы, когда приглашаем людей, конечно, мы берем за себя ответственность, за то, что мы доведем до результата, то, что мы даем систему работы, то, что мы будем сопровождать. Мы проводим в онлайн-режиме бесплатное обучение, да, всем фишкам нашего бизнеса. Что нужно делать, как правильно, как часто, что нужно делать, что нельзя, что ни в коем случае нельзя, да, делать. Обучаем, сопровождаем. Сопровождаем, конечно, тех, кто делает, тех, кто горит, тех, кто работает. Да? Мы не можем тянуть за собой, мы не можем уговаривать, мы не можем, так скажем, делать за всех. Мы делаем с теми, да, кто идет, кто это делает, помогаем. Вот. 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Кто-то из команды всегда в чатах. У нас есть чат, скайп-чаты, у нас есть чаты в WhatsApp и Viber. Какие-то вопросы, какие-то нюансы возникают. Чат о продукции, чат о wellness, это здоровое питание. То есть всегда какие-то вопросы, если будут, вы получите на них от кого-то из команды или от спонсора, или из чата ответы на ваши вопросы. Вот это очень важно. Очень важно чувствовать. Вот мы развиваем бизнес на расстоянии. Да? Но сейчас с учетом вот этих чатов, скайпов, да, и так далее, всех гаджетов, расстояние, оно, так скажем, не имеет значения. Мы сделали созвон в скайпе, все, мы уже рядом, мы обсудили все вопросы, мы зашли на вебинар, сегодня у нас присутствует, да, много городов, и вы получили информацию, вы можете сейчас задать любой вопрос, который вас волнует, да, я на него отвечу. Вот. Раньше такого не было, ребят. Вот раньше такого не было. Раньше бизнес гораздо сложнее было строить. Сейчас спонсор всегда рядом, на расстоянии одного клика, как говорится, да? И помощь в создании сети. Ребят, те, кто рекрутирует, те, кто растет, те, кто горит,
мы стимулируем, да, собственными подписочками в одну веточку. То есть мы вас фокусируем на построение двух веток. То есть одну ветку 100% строите вы, приглашаете в социальных сетях, знакомых, незнакомых. Вторую веточку вам на начальном этапе помогает, стимулирует, поддерживает работу ваш спонсор. Потому что наша задача, чтобы вы делали результаты быстро, чтобы вы быстро стартанули. Понимаете? Вот. Но мы не можем строить за вас, ребят, к сожалению, да, потому что это ваш бизнес. И с вашими людьми вы работаете. Но мы стимулируем, мы подсказываем, вот, на начальном этапе можем помочь построением одной веточки. Для того, чтобы вы уже ощутили, что это командный бизнес. Вот. Но когда вы это уже научились делать, так скажем, самостоятельно, вы взяли всю ответственность в свои руки, да, и растете, обгоняете спонсора, потому что я буду очень рада, если вы меня догоните, перегоните, будете очень успешно и осуществите все-все свои мечты. И вот эта уникальность нашего бизнеса, что каждый может здесь получать, так скажем, доходы от своего трудовложения, вот, и перегнать спонсора, достичь финансовых, так скажем, высот гораздо больше. Все зависит от вас, насколько вы стартанете в этом бизнесе, насколько вы поймете суть бизнеса и будете ежедневно доносить эту суть бизнеса до всех-всех-всех людей. И чем больше вы эту информацию будете давать, тем быстрее вы организуете товарооборот и достигнете своих мечт и дохода, к которому вы стремитесь. И в результате вы будете иметь свой доход, будете в директорской минимум команде, будете иметь европейский стиль жизни, будете ездить на собственном авто и передавать бизнес по наследству. Если вы организуете в этом году, вот нужно быстро делать результаты, ребят, вот в этом году уровень директора, в этом году уровень директора, те, кто еще не директора, те, кто же директора, еще одно звание закрыть. И это реально. Что мы получаем? Мы получаем премии по курсу Центробанка. А сейчас это очень выгодно, потому что курс доллара растет. Сейчас очень выгодно закрывать новые звания. Уровень директора – это $1000 премии. Ребят, вам на работе когда-нибудь платили $1000 премию? 75 тысяч баллов – это примерно 250 тысяч групповых товарооборот. Вы получаете эту премию. Очень выгодно. Растете по карьерной лестнице, получаете бонусы турбороста 31,5 тысячи рублей. Тоже очень выгодно. Согласитесь, дополнительные бонусы получать. Если вы в этом году, ну, так скажем, не буду ограничиваться этим годом, чтобы вы не испугались, когда вы закрываете звание директора, так скажем, в течение 2 лет после выхода на уровень менеджера, то есть выше на уровень менеджера, и в течение 2 лет закрыли уровень директора, вы получаете 70 тысяч рублей премию. Ребят, мне кажется, просто ну, отличная премия, как стимулирующая для того, чтобы закрыть директора. Чтобы создать оборот в 200 тысяч рублей. Ребят, ну что такое 200 тысяч рублей? Машина брендированная, Skoda Rapid. Ребят, кто мечтает о машине? Вот я в свое время в Oriflame пришла с мечтой купить машину. Сейчас на уровне директора ее дают бесплатно, ребят. Когда я пришла в Oriflame, не давали машины бесплатно. Сейчас вы пришли в Oriflame, вам дают бесплатно машину. Вот, мне кажется, вот у меня мотивация была, да, в свое время, это получить $1000, это 29 тысяч было, понимаете? Сейчас мотивация, да, стать директором, это получить $1000 по курсу доллара, 70 рублей, да, минимум. 70 тысяч плюс премия, турборост и еще и машина в подарок. Вот, поэтому, мне кажется, сейчас самое время расти, вы пришли вовремя, вот, чтобы получать вот такой доход, ребят. Ну, при закрытии директора, если вы это делаете в течение года, вы получаете такой доход. Скажите, пожалуйста, вот стоит ли ради такого дохода вот один год очень активно поработать. Да, может быть, в первый день вы не будете сразу 10 тысяч зарабатывать, 20 тысяч, 30 тысяч. Вот. Но если год активно поработать, вы можете такие деньги заработать. Есть такая хорошая фраза. А что изменится в нашей жизни за год?
да? Как говорится, один раз посади картошку, один раз выкопай картошку, да? То есть, в принципе, ничего не меняется. Если посмотреть, вот год он вот так вот моргнул, год уже прошел. Поэтому что изменится в вашей жизни за этот год? Либо просто он не оставит следа, как предыдущие годы. Иногда оглядываешься, год прошел, а чего-то достиг. А вот чтобы, так скажем, оглянуться и сказал, какой я в этом году был молодец, да? Вот, я активно поработала, я получила этот доход. Следующий год еще вырастил директоров. Новые звания, новые премии. Ребят, давайте жить так, чтобы, оглядываясь и понимая, мы понимали, что год прошел продуктивно, я поднимал мадам, на чем сижу, активно поработал, поехал на менеджерскую конференцию, получил этот доход, был приглашен на сцену гостиного двора, на банкет директоров, получил свои чеки, признание от шведов. Ребят, ну это очень круто. Это очень круто. Когда вы последний раз стояли на сцене, на красно-ковровой дорожке, перед многотысячной аудиторией успешных людей, миллионеров, вот, и вас поздравляли шведы, либо не шведы. Ребят, ну реально, как в сказке «Золушка», да, можно одеть красивое платье, выйти на сцену гостиного двора, почувствовать себя принцессой. Вот. Продефилировать на сцене, получить мотивацию, и потом вас уже не остановишь. Поверьте мне, потом вас уже не остановишь. Потому что быть успешным — это не удел самых умных, да? Это удел работоспособных, уверенных, людей, которые верят в то, что они делают, которые действуют. Надо просто поверить. Поверить в себя, поверить в компанию, поверить, что вы можете стоять на этой сцене и получать такие чеки. Ведь какое количество большое людей этого достигли, значит, и вы можете. Я являюсь представителем семейного бизнеса. Да? Я пришла в этот бизнес через 2 года, после того, как 2 года моя мама, да, уговаривала, не то, что она не уговаривала, она мне рассказывала, это все. Но я не понимала. У меня не было цели, у меня не было мотивации, я не вникала. Вот. Но вот Наталья, да, Рябухина, мой спонсор, бриллиантовый директор, 6 тысяч долларов, вы видите, премия. Все-таки донесла эту суть бизнеса до меня, и через 2 года я все-таки присоединилась. Видите, люди не сразу присоединяются. Мне 2 года потребовалось для того, чтобы понять эту суть бизнеса. Вот. Поэтому ваши знакомые тоже могут вам сначала сказать «нет». «Нет, это не мое». «Нет, я так не могу». «А что не твое?» «Не твое ездить за границу?» «Не твое получать чеки?» «Не твое получать признание?» «Да, это не твое, это мое». Да? Вот. Все возможно. Вы должны поверить. А люди могут вам отказывать, вы не должны расстраиваться. Но «нет» не значит «никогда». У человека меняется ситуация. Вот у меня изменилась ситуация, и я стала вникать, в чем же суть бизнеса. И пришла в этот бизнес. Брат мой присоединился через 5 лет после того, как мы уже с мамой ему этот бизнес доносили. Но пришел, присоединился, стал директором в моей команде. Поэтому, ребят, приглашайте родных, приглашайте людей, которые дороги, которые потом скажут вам спасибо, что я пришла в этот бизнес. Да, как я маме сейчас говорю, спонсору, спасибо, что, да, я в этом бизнесе, что я увидела этот путь, и что я по этому пути иду, а не как слепой котенок в этом мире пытаюсь себя найти. Как многие до 40, до 50 лет живут, а все себя ищут, да, не могут найти и реализоваться. Вот, поэтому наш бизнес — это для каждого возможность реализоваться, стать успешным, вот, и иметь безграничные возможности для роста. Карьерная лестница. Ребят, вот насколько ваши амбиции высоки? Чего вы хотите? Какой уровень дохода вы хотите? Ставьте себе эту цель. Напишите свои цели. Они должны быть ощутимые, ваши цели. Напишите их, пропишите на бумаге. Посчитайте, сколько стоят ваши цели. 1000 долларов, 2000 долларов. 100 тысяч долларов, 1 000 000, 2 миллиона, 5 миллионов рублей. Сколько они стоят, ваши цели? Любую цель можно в рублевом эквиваленте оценить. И
идите к этому уровню, который даст вам этот доход. Ребят, но сейчас есть огромное количество примеров людей, которые за год-два, работая в онлайн-системе, в сотрудничестве с нашей компанией, достигли уровня 50 тысяч, 100 тысяч, 150, 200 тысяч, 300 тысяч рублей за 2 года работы, за 3 года работы. Ребят, так что мы тоже можем, вы тоже можете достичь своей цели. Вот. Плюс ко всем финансовым выплатам компания еще премирует конференциями, заграничными поездками, путешествиями, потому что это является очень большой мотивацией многих людей. Люди, очень многие живут и дальше своего города никуда не выезжали. И очень многие мечтают, но нет финансовой такой возможности путешествовать. В Oriflame можно путешествовать совершенно бесплатно. И каждый из вас может в сентябре поехать на менеджерскую конференцию в Европу, это будет не Стамбул, это будет другая страна, политика, вот, и путешествовать. Ребят, вы это можете, для этого нужно у человека, который вас пригласил сегодня, да, если вы новичок, спросить, что мне нужно сделать, хочу путешествовать, хочу поехать. В этом каталоге только началась такая возможность, не пропустите свой шанс. С уровня золотого директора путешествуйте на золотые конференции в августе, сентябре месяце. С уровня бриллиантового директора в январе еще, да, то есть 2 конференции в год. С уровня исполнительного 3 конференции в год. Ребят, весь мир открыт, все это бесплатно можно посмотреть. Уже более чем 60 стран мира компания, консультанты компании увидели. 7 раз обогнули земной шар. Так что вы можете быть вместе с компанией на этих конференциях. Нужно найти только 2 человека, кто моет те, кому нужны деньги. Ребят, всего 2 человека. Как вы думаете, в этом мире есть? Вы можете найти 2 человека, донести до них суть, которые вам поверят? Может быть, не сразу, да? Но они пойдут за вами и станут директорами. Да? Научи делать людей то, что умеешь делать сам. Ты стал директором, научи людей стать директорами. Они становятся директорами, ты золотой директор. И едешь в 2017 году на юбилейную 50 лет конференцию на лайнер мечты. 2 шикарных лайнера, 2 континента, 3 страны, 4 города. Ребят, это просто, ну, не конференция, а сказка, да? Мечта. Мечта моя. Очень хочу туда попасть. Вот, очень хочу попасть туда с вами, с своими партнерами. Вот, ребят, для этого еще есть 1,5 года. Активнейшая работа. Вот. Поэтому конференция, квалификация скоро начинается. Ставьте цели, узнайте, как вы можете попасть конкретно на эту конференцию. И поехали все вместе. Естественно, очень здорово. Очень здорово путешествовать. Вот. Поэтому у нас, да, есть отработанная система работы. У нас есть обучающий сайт, где вы проходите обучение, куда вы своих новичков направляете. Смотрите записи вебинаров, отправляете записи вебинаров своим новым консультантам. Посещайте вебинары, добавляйте скайп-чаты, знакомьтесь с командой, знакомьтесь с вышестоящими. Вникайте в суть бизнеса, делайте все по инструкции, а потом через месяц, через 2 у вас свой опыт уже будет. Если вы будете задавать вопросы, если вы будете делать, шишки набивать и идти дальше. Вот. И, конечно же, нужно пользоваться продукцией, делать заказы, перейти на эту продукцию самим, потому что это выгодно, и вы с этого имеете от товарооборота деньги. И в результате, если вы будете это делать, получите финансовую независимость, постоянно растущий доход, бизнес передаете по наследству и путешествие, да, то, что я сказала. Так что, ребят, если вы сидите дома, и у вас есть пару часов свободных, если вы мамочка в декрете, если вы хотите вырваться из замкнутого круга, если вы хотите иметь свой бизнес, если вы хотите взять ответственность за свою судьбу и судьбу детей в свои руки, приходите в наш бизнес более серьезно, вникайте в суть, вникайте в наш интернет-проект. Бизнес помещается в ноутбуке. Границы для этого бизнеса не существует. Приглашаете с разных стран и городов людей, которые ищут, которые активны,
Набирайте свою бизнес-команду ключевых партнеров, которые хотят тоже в этой жизни чего-то добиться. Идете к этим результатам вместе. Не выходя из дома, этот бизнес сейчас процветает. Ребят, это уникальная модель, которая, так скажем, вот очень жалко, что раньше, да, этого не было. Я помню, сколько сложностей у нас было, когда мы начинали этот бизнес. Сейчас все инструменты есть. Заказ сделать легко. Доставка, компания все организует. Да? Нужно сидеть и эту информацию давать большому количеству людей. Сейчас люди растут настолько быстро, потому что компания очень большую ответственность взяла на себя. Очень много за нас делает. Нам нужно просто рассказывать об этом, в сути бизнеса, большому количеству людей. Организовывать поток людей на презентацию. Говорить людям о другой немножечко жизни, да, о том, что они могут свои мечты осуществить, что могут купить квартиру, что могут путешествовать, что могут иметь свой бизнес, ни на кого не работая. Вот. При этом у вас есть команда спонсоров, которые вам помогут. Если вы будете сами гореть, да, этой идеей, если вы сами поставите себе очень высокие цели, будете ежедневно идти, делать, приглашать, то обязательно вы построите, да, свою команду, будете иметь постоянно растущий доход, обязательно в этом году вы закроете статус директора, обязательно в сентябре вы поедете на менеджерскую конференцию в Европу, обязательно вы будете очень много с Oriflame путешествовать, ваша жизнь кардинально изменится. Вот, вы будете материально независимыми, вот, и большому количеству людей дадите эту возможность. У нас кармически очень защищенный бизнес, потому что мы обучаем других людей быть успешными. Мы не забираем у людей деньги, да, а мы учим зарабатывать, плюс делаем людей красивыми, здоровыми, вот, и успешными. Поэтому мне в этом бизнесе не стыдно работать. Я очень люблю нашу компанию, я очень благодарна, что у меня очень честный заработок, очень надежный, стабильный бизнес-партнер, который не подводит, который не кидает. И это для меня очень важно. Вот, я очень хочу, чтобы каждый из вас, да, понял суть бизнеса, нашел своих людей, которые вам поверят. Ребята, когда вы будете расти, когда вы будете путешествовать, когда вы будете зарабатывать деньги, когда вы будете ездить в своей машине, когда вы съездите на конференцию, вас просто снесет крышу, так скажем, от этих ощущений. Люди, которые не верили, может быть, сейчас не верят, они потом за вами пойдут, реально пойдут. Вот будут сами проситься, научи. Вот. Потому что все самые богатые люди, да, строят сети, остальные ищут работу. И если кто-то из ваших знакомых до сих пор ищет работу, вот, и вам не верят, они все равно за вами будут наблюдать. И вы, достигнув успеха, обязательно заинтересуете этим успехом, зарядите их всех вокруг вас. Вот просто нужно первый год не бросать, ребят, в первый год не бросать то, что начали, и вы обязательно станете успешным. Потому что на пути, конечно же, могут быть преграды, вопросы, но это просто задачи, которые нужно решать, нужно становиться профессионалом. Вот. И наш бизнес-партнер, наша компания Oriflame, наш бизнес онлайн — это самый быстрый шаг к достатку, ребят. Реально это так. Вот. Поэтому я желаю вам успехов. Я готова ответить на все ваши вопросы. Какие у вас возникают вопросы после сегодняшней презентации? Вообще по работе, вот, по пройденной теме. Вот. Все ли у нас сейчас здесь уже консультанты, либо в процессе вебинара присоединились люди, которые еще не зарегистрировались? Да, Лесь, я запись веду, запись будет, сегодня выложу. Вот, очень хочу. Виктория Шиповалова. Вы уже консультант? Есть какие-то вопросы? Маша Милова. Вот, Марина из Алтая. Кто вас пригласил, Марина? Как у вас фамилия? Кто вас пригласил? Вот, на вебинар. Есть у вас вопросы? Полезна вам была сегодняшняя информация? Виктория, вы не консультант. Виктория, вас кто пригласил? По,
почему приглашение вы пришли на вебинар? Кто вам ссылочку скинул? Марина какая? Горбунова Марина? Или какая? Так, Марина, да. Так, Виктория, скажите, пожалуйста, вы чуть-чуть позже присоединились. Скажите, вы поняли суть бизнеса? Мерзлова Марина, отлично. Так. Виктория, да, Шиповалова, кто не является консультантом? Угу. Вы поняли суть бизнеса? Вы поняли, что нужно делать? В чем вообще заключается наше предложение? Что мы сейчас, да, предлагаем присоединиться в онлайн-проект Oriflame, в сотрудничестве с компанией Oriflame, не с точки зрения продаж, да, а с точки зрения построения своего бизнеса, с точки зрения организации интернет-магазина, организации товарооборота, из которого вы будете получать очень хорошие проценты. Что мы работаем сейчас в интернете, работаем на досках, Какую информацию вы получили, вам все понятно, чтобы я сейчас не повторялась. Есть у вас какие-то вопросы, Виктория? Вот. У кого еще есть, ребят? Олеся Жумаева, вопросы есть? Галина Семенова, ребят. Если вы здесь, не стесняйтесь. Ну, если нет вопросов, я тогда запись выключаю. Ну, хорошо. Я тогда выключаю.